меня в Телеграме. У меня есть в Телеграме канал, называется «Творческая единица». Кстати, присоединяйтесь. Я там обещал, значит, сюрприз с моим другом. Сюрприз, так сказать, в русском стиле. Представляю вам Ивана, Иван Визицкий. Мы с ним вместе постигаем этот путь Сипухати. Тяжелый и тернистый. И приготовили для вас некий микс из двух мелодий. Одна вам точно известна, а вторая скоро войдет, конечно же, в аналог истории. Называется, собственно, песня, сочиненная Иваном. Да, название придумал я. Вторая песня пьесы называется «Иван Монта», то есть если перевести с японского, то «Ванина песня», песня Ивана. В общем-то, все, что мы сыграем, на Сипухати точно исполняется первым. Thank you.
теперь, собственно, переходим к непосредственно к песенному японскому наследию.